Всем привет, с вами Прия. Сегодня, наконец-таки, я решил подкопить достаточное количество осколков, а именно 70 тысяч осколков пустоты, и решил скрыть аксессуары именно сейчас. Почему? А вдруг все-таки мне упадет нестабильный чародейный кристалл именно сегодня? Всякое же может случиться. Я ношу его с старта Легиона, по факту. 21 сентября стартанул рейдовый контент, миф-плюсы, мировые боссы и прочее различное вот это дело. И как только было появление первого джима в начале октября, я с монетки полутал этот чародейский кристалл. И хожу с ним до сих пор при использовании в боях соло-цель. Поэтому аксессуар очень нужный мне, и аксессуар, знаете ли, очень сильно занижающий мой общий эквип. То есть, допустим, на мне сейчас надет почти 914, если мне упадет кристаллик 905, то мой эквип сразу подымется. Это логично. Сразу при том на 3 эквипа. А, ну что же, к тому же, я надеюсь на различные аксессуары из аметистовой крепости. Это челюсть Элидопласти и панцирь Ануб Эссета. Тоже весьма две неплохие тринки, которые, надеюсь, упадут мне. Также могут упасть PvP тринки, трини с данжей, трини с рейдов и с локалок, но на них я вообще в принципе не надеюсь, и пошли бы они далеко-далеко. Начинаем. Знаете, что я, наверное, сделаю? Я даже закрою глаза на самом деле. Хотя нет, сейчас мы это сделаем. Подождите секунду. Уж скажем так, чтобы вы мне точно поверили на слово, я принес свой реквизит, самый лучший. А то вы мне скажете еще, вот при этом подглянул или что-то типа такого. Собственно, кнопку Bind свой я знаю, это пятерочку я буду кликать. Итак, я просто закрываю вот так вот и начинаю вскрывать. Так, сейчас мы сделаем Alt-Tab. Ага, ну все, поехали. А подождите, я лут-то сменил. Так, подождите. Тихо. Все, защита, окей. Я не видел первый дроп свой, честно говорю. Так, все, пятерочка, поехал. Что там уже, кристаллик? Челюсти? Там что-то есть? Скажите мне, пожалуйста. Какой-нибудь там, не знаю, дроп, топовый вообще. Что там падает нынче, скажите? Может, легендарка? Нет, легендарка мне уже упала на самом деле. А если я лут не сменил? А если у меня уже упали две подряд челюсти 925, то зачем я тогда вообще вскрываю? Алло? Алло? А может я уже зря кликаю, а может они все кончились? А что происходит вообще? Почему так темно? А может мне уже два аркан кристалла упало? А вы мне не говорите об этом? Мне кажется, вы меня всегда дурите, абсолютно всегда. Вот я вам говорю, пацаны, смотрите гайды, а вы их не смотрите, потом приходите на стрим и задалбливаете меня обычными вопросами. Зря вы так. Все? Да, я все вскрыл. Панциря, ну пусть это. Итак, ну давайте внимательно посмотрим, что нам упало. Так, этот аксессуар с... Ой, как он называется? С собора Вечной Ночи. Он нам не нужен. Это 885 аксессуар нас не интересует. Это тоже нас... Хотя, кстати... Ну, окей, ладно, интересует маленько. Это нас точно не интересует. Это точно не интересует. Это тоже. Это тоже. Это... Тоже. Медальон Паржиша тоже не интересует. Фигурка тоже не интересует. Это тоже не интересует. Это тоже. Это тоже. Ну, панцирь, окей, оставим. Копите кристаллы.
Скрываете аксессуары. Получаете только нужные аксессуары. Всех вам благ, счастья, здоровья. Что-то нет желания играть в эту киберспортивную игру. До скорого.